Всем доброе утро. О, Марина, у тебя тоже штаны светятся, кстати, когда на них свет делаешь. Шагай, шагай, сейчас опоздаем на автобус. У нас уже новый день, новый влог. Мы бежим на автобус, чтобы в садик, в школу. Всем, короче говоря, желаем хорошего настроения, желаем всего самого хорошего, чтобы день прошел на ура. Так, у нас время 8:50. А там Света закрылась, а ты идешь. Ты что, все уже? Не знаю, ты школьник. Все понятно. Я поехала в город, мне на Светке это, на ЭКГ записать ее. Муж пришел с работы. Нормально. Ладно, бежим на автобус записывать на кардиограмму Свету. У нас время день. И мы со Светой едем на кардиограмму. Ну, на ЭКГ. Ей надо с нагрузкой ЭКГ сделать. Оксана так и не дождалась. Мужу сказала, пускай сам сидит, ждет, потому что нам надо срочно пройти ЭКГ. Ладно, идем на остановку. И едем в город. Приехала я с города. Я сегодня уже 2 раза съездила. Утром съездила, направление взяла. Потом днем съездили мы со Светой, сдали ЭКГ. Ой, кошмар. Потом на обод еще поеду с Егоркой парикмахерскую, а вечером на обод автобус встречать, справку забрать. Так, сейчас покажу, что купила. Вот мои все покупки. Ну, давайте вот с этого начнем. Взяла шампунь. Вот такой вот для волос, укрепляющий какой-то. Потом взяла вот такой вот тоник для лица. У нас тоники все закончились. Так, ну это животное мы берем для... корм кошачий. Дальше взяла сгущенку вот такой вот. Хочу. Так, что, завтра с утра я уеду документы делать, но, может быть, ближе к вечеру сделать пончики. Сейчас сгущенку сразу эту уберу, чтобы не ели. Дальше взяла 3 батона нарезных. Ну, вот еще третий здесь, с этой стороны лежит. 2 пакетика вафелек. Взяла свиной фарш. Тут на 340 рублей. Дальше. Плавленые сырки. Сыр взяла вот такой вот с ветчиной. И янтарь. Очень вкусный, мне нравится такой сыр. Дальше купила 4 лаваша в надежде сделать шаурму. В тот раз брала, дети так съели все. И взяла 8 литров молока. Вот такие вот все мои покупки. Сейчас лаваши уберу, сгущенку уберу, потому что это на потом. Детям скажу, чтобы не трогали, чтобы наконец-то уже сделать. То они меня сами просят сделать лаваш шаурму, а в оконцовке сами лаваши съедают. И я ничего не успеваю делать. Ладно, вот такой вот у нас день. Ничего не снимала, потому что бегали бегом-бегом. 1, 2, 5, 10. Я даже экшн-камеру дома забыла, представляете? Поехала и забыла взять экшн-камеру. Ну вот что я за человек такой? Ладно, сейчас кофе попью, жду Егора, и потом мы поедем в парикмахерскую с ним. Так, собираюсь заниматься мясом. Фарш пускай еще оттаивает. Мне надо нарезать филе куриное мелко-мелко. А это оставится до завтра, потому что сегодня я так и не взяла то, что мне надо было для того, чтобы вот это вот разделать. Ладно, что теперь, зато остальное все пока покрутим, все нарежем, смешаем и что-нибудь из этого приготовим вкусненькое, какие-нибудь полуфабрикаты. Так, я разрезаю филе куриное вот на такие вот, ну вот, короче, можно сказать, что фарш. Мелко-мелко, и потом будем со свининой смешивать. Можно еще капусточки будет, ленивые голубцы и всякое такое сделать. В целом, занимаемся курицей. Как все сделаю, покажу. Так, короче говоря, не смогла я все нарезать. Почти один пакетик нарезала фарша. Вот куриного, тут свиной то, что растаял. Часть свиного на завтра еще оставила. Завтра хочу купить, ребята, дешевую мясорубку, все это перекрутить и сделать фарш. Потому что ну не могу я вручную, у меня руки болят. Нарезала вот так вот на мелкие кусочки. В принципе, ничего. Сейчас сюда добавлю рис, капусту, морковку, специи. Сделаю ленивые голубцы. Так, дорогие друзья, здесь у меня нарезана мелко вот так вот капусточка, натерта морковка и лук. Дети просили много лука не ложить, поэтому вот так вот.
Также сейчас сюда добавляю свиной и куриный фарш. Будем делать с вами ленивые голубцы. Сейчас все это хорошенько мы перемешаем. Так, также я заранее замочила рис и промыла его хорошенечко. И добавляем сюда рис. И все это хорошенько перемешиваем. Также сейчас мы сюда добавим 2 яйца. Так, добавляем сюда яйцо. Так, сейчас мы с вами будем сюда добавлять соль. Все это опять перемешиваем. На всякий случай добавлю. Также мы сюда добавим перчика. Сильно много не буду добавлять. Света, иди сюда. Покрути мне вот этот вот сюда в тазик. Помоги мне, пожалуйста. Снимай. И наклони сюда полностью и крути в другую сторону. Вот, видишь, крутится, молодец. В другую сторону. Сейчас он крутится, еще крути. Сейчас Света мне накрутит итальянских трав. Ну все, хватит. Убирай на полочку сразу туда. И считайте, наш фарш готов. Сейчас приготовим подносы и разложим. Сформируем из них котлеточки. И будут вкусные у нас ленивые голубцы. У меня сын старший говорит: мама, ты мне потом тоже отправь. Вот, завтра куплю мясорубку. И сделаю потом много-много ленивых голубцов. И мы Ильюшу еще с Олекомска отправим. Так, ладно, готовим подносы. Так, дорогие друзья, вот такую плашку сделаю. Вот такую вот. Вот здесь немного. И там фарш остался. Сейчас это все в морозилку отправляю. И еду в город бегом за справкой. Надо автобус встретить, справку забрать. Так, дорогие друзья, все, я бегу на автобус и еду на автостанцию встречать соликамский автобус. Он, по идее, пермский, проходящий. Мне надо его встретить и забрать. А то документы. Ильюша отправил документы и Ксюше клетку отправил. Другую.
Это потому что неудобная клетка. Тайсон, фонарь загорелся, я в шоке. Второй день загорается фонарь, невероятно. Ладно, бежим на автобус. Так, все, съездила, забрала. Пока я ездила, Света тут мне начала резать помидорки, натерла сыр, огурчики, колбаску. Короче, сейчас все покажу. Так, начала на помидоры резать, но не дорезала. Сейчас я сама дорежу. Сыр натерла на мелкой терке. Я сказала, она крупная, она на мелкой натерла. Ну ладно. Огурчики нарезала и колбаску. А я зашла в магазин, купила вот такие вот пряники. И вот такую вот пастилу купила. Ну и пряники, два пакетика я взяла. Да, Ваня второй подает пакетик. Сейчас надо остатки это убрать. Ладно, короче, занимаюсь, готовлю. Так, испеклась моя первая пицца. Сейчас разрежу и дам деткам. С чем делала помидоры, огурец, колбаска, сверху сыр. Надеюсь, будет вкусно. Из теста, конечно, правда, слоеное. Но очень надеюсь, что будет вкусное. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я сейчас разрежу и дам деткам пробовать. А у нас сегодня пицца. А у вас? Вот такую вот я сделала пиццу из слоеного теста. Напишите, что вы сегодня интересного, вкусного готовили. Всем приятного аппетита! Все, допекла последнюю пиццу. Тут еще вот осталось. У меня Ваня хитро делает, смотрите. Колбасу всю съедает, сыр съедает, а помидоры с огурцами и тесто не доедает. Хитрый мальчик, что сказать. Вот так вот. Ладно, пошла я улаживать ребяток спать.